В этом видео я расскажу вам все про блокчейн Тон от Телеграма, ну и само собой расскажу вам про его экосистему. Зачем нужен Тонкоин? Как его купить с карты? Или за крипту тоже вы можете его купить? На каких кошельках лучше всего хранить Тон? Расскажу вам более подробнее про экосистему Тон, про Open Network и вообще, как вы можете воспользоваться всеми благами децентрализованных финансов. И это все можно сделать из мессенджера Telegram. Как хранить крипту, передавать крипту, совершать оплаты, как покупать NFT и анонимные номера для Telegram и многое-многое другое. Как пользоваться услугами децентрализованных финансов, например, такими как обмены и криптокредит. Ну и, конечно же, как на этом деле заработать. Блокчейн Тон был разработан братьями Дуровыми и командой Telegram. Но в 2020 году по причине давления регулятора США, комиссии по ценным бумагам, Паша Дуров объявил, что закрывает проект Тон и передает все, включая домен ton.org, независимому сообществу разработчиков. The Open Network. The Open Network или Тон – это децентрализованное сообщество энтузиастов, которые провели ребрейдинг запланированного токена Grand Token Tom и продолжили разработку блокчейна, при этом оставаясь верными принципам, которые заложил Павел Дуров. Вследствие чего токен Тон был распределен не продажей, а посредством майнинга в период 2020 по 2022 год. При этом блокчейн Тон и сам токен становятся неотъемлемой частью экосистемы. Но все мы понимаем, что Тон – это тот же блокчейна Телеграма и Паши Дурова. Вышеописанным манипуляциям с ребрейдингом и передачей проекта – это лишь многоходовочка для того, чтобы отвести пристальный глаз манипулятора от данного блокчейна. Тон – это блокчейн нового поколения, быстрый, децентрализованный и с низкими комиссиями. Опыт взаимодействия с данным блокчейном вызывает только положительные эмоции, потому что все понятно, быстро и очень просто. Стремительный рост пользователей приложения Телеграма говорит нам о том, что перспектива у блокчейна Тон огромна. А мы с вами находимся только на этапе зарождения всего этого. И все мы понимаем, что мы оказываемся в том месте, где находится больше всего возможностей. Именно поэтому нам с вами прямо сейчас надо обязательно углубляться и вообще экосистему Телеграма, чтобы потом просто-напросто не жалеть об упущенных возможностях. И в этом ролике мы попробуем это сделать. Рыночная капитализация Тон составляет 7,1 миллиарда долларов, а монета находится на 15 месте. В топе всех криптовалют. Тонкоин нужен для оплаты комиссии за транзакции блокчейна Тон. Например, хотите вы купить NFT, комиссия за покупку списывается с монеты Тон. Хотите сделать обмен токеном другой, комиссия списывается с монеты Тон. Хотите перевести сам токен Тон, например, другу, со своего кошелька на его кошелек или другую любую монету, ну, допустим, Ноткоин, оплата комиссии будет токене Тон. Также Тонкоин является основной валютой большинства продуктов в экосистеме. Например, анонимные номера и NFT на маркетплейсе GitGens. Продаются эти и покупаются исключительно за монету Тон. Как купить Тонкоин? На данный момент Тонкоины можно купить или на криптовалютной бирже, или напрямую в Telegram. Со своей банковской карты вы можете это сделать. Сначала рассмотрим на криптовалютной бирже. На данный момент Тон торгуется на бирже Bybit или OKX. Я предпочитаю биржу OKX и буду показывать конкретно на ее примере. Но важно понимать, что все биржи между собой очень похожи, как по интерфейсу, так и по функционалу. Поэтому вы выбираете то, что вам удобно и то, что вам нравится. Также отмечу, что на Bybit вы можете пополнять российскими рублями через сервис P2P. На OKX с российской карты пополнить не получится. Поэтому в случае OKX, если вы гражданин России, пополнить баланс биржи вы сможете только криптовалютой. После регистрации на OKX, прохождения процедуры KYC, прохождения по паспорту, я отправляю на баланс биржи 100 USDT. Это криптодоллары. Вхожу в раздел «Торговать», «Конвертация». И тут легко меняю свои USDT на тон. После обмена купленные токены появляются на балансе биржи в разделе «Активы». Покупаю тонкоины на криптовалютной бирже, вы получаете самый лучший и выгодный курс. Поэтому, если вы собираетесь покупать монету от 100 долларов, то я советую использовать криптовалютную биржу. Также, если вы новичок и немножко не понимаете, о чем я вообще говорю, то я крайне рекомендую посмотреть мои предыдущие видео для новичков. Если вы новичок, то легче всего токены Тон купить в Telegram Wallet со своей банковской карты. Для этого перейдите в бот Wallet от Telegram и создайте свой кошелек. Нажмите «Пополнить». Выберите банковские карты. Дальше процесс интуитивно понятен. В случае, если у вас только российская карта, то нужно будет воспользоваться P2P покупкой, перейдя в раздел «Экспресс-покупка». Далее вы выбираете тон, потом выбираем валюту. В моем случае это будут рубли. Вносим сумму пополнения и отправляю 500 рублей. Вам предложат самый удобный способ покупки, в моем случае через Сбербанк. Жму «Далее». Идет поиск продавца.
Далее следуем инструкциям. Мне надо перевести 500 рублей по номеру карты через Сбербанк. Я осуществляю перевод и подтверждаю платеж. Ждем, пока продавец подтвердит сделку. Это может занять небольшое время. Тонкоины начисляются на мой Telegram Wallet. Далее я могу оставить купленный тон на этом же кошельке или перевести на любой другой кошелек, который поддерживает блокчейн тон. Продажа монет ТОН осуществляется через отдел «Продать». Достаточно выбрать банк, на который вы хотите получить денежные средства, валюту, сумму и найти подходящего продавца. Далее, вписав сумму продажи, вбив данные вашей банковской карты, совершите сделку, следуя инструкциям на экране. Теперь перейдем к способу хранения ТОН и возможности взаимодействия со всей экосистемой The Open Network. Чтобы продавать и покупать монеты, хранить криптовалюту, покупать NFT, переводить их, а также вообще пользоваться услугами децентрализованных финансов. Для этого вам понадобится криптовалютный кошелек, который поддерживает блокчейн ТОН. Делать все это с криптовалютной биржей невозможно, потому что там можно только покупать монеты и продавать их. Ну, либо хранить. И то хранить на биржах – это не самый безопасный способ. Список всех лучших кошельков, которые поддерживают блокчейн ТОН, можно найти на сайте tools.cryptoton.yz в разделе «Кошельки». Включив фильтр блокчейна ТОН. Я советую искать кошельки, биржи и сервисы на портале Tools от Криптона, чтобы как минимум не напороться на мошеннические ссылки, а как максимум удобно и комфортно найти нужный портал, включив нужный фильтр. Поэтому сразу мой совет – добавьте данный сервис в закладки своего браузера. Ну, чтобы все было под рукой. Из представленных кошельков я рекомендую использовать кошелек TonKeeper. Его можно установить как приложение на мобильный телефон, так и продублировать в виде расширения браузера для работы с компьютером. При этом у вас может быть один и тот же кошелек с двух разных устройств. Для того, чтобы скачать кошелек, перейдите в официальный сайт TonKeeper и скачайте его оттуда. Ссылку на кошелек найдете в описании или на Tools в разделе «Кошельки». Для примера я покажу, как скачать и настроить криптокошелек в виде браузерного расширения для Google Chrome. Но если вы будете то же самое с мобильного телефона, то процесс будет идентичный абсолютно, потому что интерфейс точно такой же. Чтобы скачать кошелек в качестве расширения Chrome, нажмите на соответствующую вкладку, после чего вы попадете в магазин расширения, где вам нужно будет установить. Через несколько секунд расширение автоматически установится и появится во вкладке расширения вашего браузера. Нажмите на иконку расширения, а затем на кнопку «Начать» в открывшееся расширение кошелька. Следующим шагом нажатие кнопки создания нового кошелька. При создании нового кошелька вам выдадут его секретную фразу, которую обязательно нужно будет записать в блокноте и сохранить. Эти слова ни в коем случае нельзя передавать посторонним лицам. Когда вы запишете все слова своей фразы, нажмите кнопку «Продолжить». На следующем этапе вам необходимо вписать три слова из своей фразы. Находится под определенными номерами. Нажимаете «Продолжить». Далее придумываете пароль для своего кошелька и еще раз нажимаете «Продолжить». После этого ваш кошелек будет создан. Нажав на расширение кошелька в своем браузере, вы можете в этом убедиться. Адрес вашего кошелька будет находиться под вашим балансом. Нажав на этот адрес, вы скопируете его. Также посмотрите «Скопировать свой адрес» вы сможете, нажав на кнопку «Получить». На этот адрес вы можете отправлять монету ТОН, купленные на бирже или, ну, или в том же WalletBuddy. Монета ТОН вам понадобится для оплаты комиссии в блокчейне. Комиссию мы платим, когда переводим токен другу. Какие-то либо обмены, NFT-переводы или вообще транзакции совершаем со смарт-контрактами. В разделе «Активность» вы можете посмотреть всю историю транзакций вашего кошелька. Через браузер вы можете найти все нужные сервисы и приложения в экосистеме ТОН. Очень удобно. Чтобы отправить ТОН или любую другую монету на другой кошелек, нажмите «Отправить». Ставьте адрес кошелька получателя, нажимаете «Продолжить» и вуаля, ждаем. Также вы можете напрямую купить токены ТОН в кошельке TonKeeper. Но с российскими и белорусскими банковскими картами это не работает. Вторым вариантом будет официальный кошелек от Telegram, который реализован в виде бота и находится в меню приложения, в приложении Telegram. Кстати, именно через этого бота мы покупали ТОН со своей банковской карты. От себя подмечу, что данный кошелек удобен лишь для того, чтобы покупать ТОН со своей банковской карточки и продавать ТОН за фиатные деньги на свою же банковскую карточку. Но чтобы пользоваться полноценной экосистемой, я все-таки рекомендую TonKeeper. Перейдите в приложение Telegram, откройте меню и выберите Wallet. Ну или кошелек, если у вас русскоязычная версия. Тут вы можете создать свой кошелек несколько кликов. Интерфейс почти ничем не отличается от TonKeeper. Тут ваш баланс, ТОН и другие монеты. Здесь история транзакций, а здесь вы можете совершать переводы, обмены одной монеты на другую, а также покупку или продажу ТОН с банковской карты. Что ж, когда мы разобрались, как купить ТОН, где их хранить, пора изучать саму экосистему.
погружаться в нее и понимать, как на ней зарабатывать. Начнем с самого важного. Как совершать обмены токена в блокчейне Тон. Ведущими обменниками Тон является DADAS.io и StoneFi. Оба обменника найти на Tools в разделе «Обменники», выбрав фильтр. Но мы будем разбирать на примере StoneFi. Перейдя на сайт обменника, первым делом нужно подключиться к приложению через свой Тон кошелек. В моем случае это TonKeeper. Как совершать обмены? Все очень просто. Достаточно перейти в раздел Swap и выбрать, какой токен вы отдадите и какой токен вы хотите получить. Обменник рассчитывает курс, комиссию. И если все устраивает, нажимаем обмен. Подтверждаем транзакцию в кошельке, оплачиваем комиссию и ждем. Спустя несколько секунд с моего кошелька списывается токен, который я отдал, и начисляется токен, который я совершил обмен. Также вы можете предоставлять ликвидность в разделе Liquidity. Это даст вам возможность заработать часть на комиссии за то, что вы отдаете свои токены на обменнику на реализацию. Но эти функции для более продвинутых пользователей. И перед тем, как попробовать такой вид заработка, изучите тему доходного фермерства или пула ликвидности. На обменнике DADAS.io, помимо обменов, как на StoneFi, вы можете воспользоваться функцией Bridge, благодаря которой можно перевести такие активы, как USDT и USDC, Bitcoin и DAI из блокчейна Ethereum в блокчейн Tone. Также стоит отметить, что привычная нам USDT в блокчейне Тон называется JUSDT. Теперь давайте познакомимся с миром NFT на Тон. Ведущим маркетплейсом в данном блокчейне является GetGeos. Торгуются все тамовые топовые коллекции и проекты. Все сделки проходят за токен Тон. Чтобы купить NFT, достаточно подключить свой кошелек к маркетплейсу GetGeos, найти интересующую коллекцию и NFT-шку и нажать «Купить». Изучить цену и комиссию и, если все устраивает, подтвердите сделку, подписав транзакцию в кошельке TonKeeper. Купленные NFT появятся в инвентаре вашего профиля GetGeos или прямо в кошельке TonKeeper. Еще один очень интересным проектом экосистемы Тон является The Open League. Данная инициатива направлена на то, чтобы вовлекать пользователей в экосистему Тон через увлекательные задания. Выполняя эти задания, вы будете получать награду в XP, которую можно будет конвертировать в настоящие токены Тон. То есть в итоге заработать. Вам достаточно перейти на сайт, ссылочка будет в описании, и авторизоваться через ваш кошелек. Далее перейти в раздел Лига. Тут мы видим все мои активные квесты. Нажмите на квест. Потом открыть квест. У вас откроется мини-приложение комьюнити, о котором я недавно упоминал, где появится открытый квест. Ваша задача выполнить все задания и получить такой бейджик. Таким образом, выполняя как можно больше заданий, вы будете получать бейджики и XP, которые потом сможете поменять на настоящие токены Тон. Помимо этого, как и у любого популярного блокчейна, в экосистеме Тон есть своя лаунчпад-платформа. Ведущей площадкой для размещения новых проектов и продажи токенов является tonstarter.com. Следя за площадкой, вы можете участвовать в приватных раундах инвестирования, проекты, строящиеся в экосистеме Тон, а также классические IDO. Помимо этого, можно участвовать в airdropах, то есть бесплатной раздаче различных токенов, и выполнять задания в разделе комьюнити, где тоже предусмотрены различные награды. Еще очень одной из интересной и немаловажной функцией экосистемы Тон являются анонимные номера и кастомные юзернеймы. Торгуются данные номера и юзернеймы в виде NFT на платформе Fragment. Цены на номера стартуют от 170 Тон. Данные номера дают возможность перепровязать ваш Telegram-аккаунт и создать новый на данный NFT-номер, что гарантирует анонимность и при этом не требует от вас наличия сим-карты или телефона. SMS-коды из данного NFT-номера можно получать прямо с портала Fragment. Юзернеймы дают в основном престиж. Если вы хотите крутой никнейм в телеге, то вы можете поискать его в разделе Юзернейм. Купить за Тон и поставить свой профиль, став самым блатным в своем цифровом районе. Также на портале Fragment вы можете купить Telegram Premium за криптовалюту. Больше сервисов, приложений, а также ссылки на комьюнити Тон – все это размещено на сайте ton.app. Ссылочка тоже будет в описании. На этом все, ребята.